Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 5, урок 33. Вырази 382 сантиметра, а в метрах, дециметрах и сантиметрах. У нас трехзначное число ассоциируется метры с сотнями, дециметры с десятками и сантиметры с единицами. Получается, что 1 метр – это 100 сантиметров, а 300 сантиметров – это 3 метра. 8 дециметров, потому что в одном дециметре 10 сантиметров, а в 8 дециметрах 80 сантиметров. 2 сантиметра так и переносится. Значит, 382 сантиметра – это 3 метра, 8 дециметров и 2 сантиметра. В метрах и сантиметрах. 382 сантиметра – это 3 метра и 82 сантиметра. В – в дециметрах и сантиметрах. 382 сантиметра – это 38 дециметров и 2 сантиметра. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.